Ну что, всем привет, третий день, фестиваль, жара, Баку, как и обещали, влог продолжается. Сегодня 28 число, поднялся небольшой ветерочек, и он замечательно развивает вот такие прекрасные флаги от картины ТВ. Сегодня на сцене концерт группы «Ленинград», также выступят артисты, Джиган будет, Джах Халиф сегодня выступит, «Лолита», группа «Бандерас», Александр Панайотов, прямо сейчас идут саундчеки, давайте послушаем. Саундчек — это, как правило, то, что никто никогда не видит, потому что все наслаждаются хорошим звуком и качественной картинкой в самом финале. Но это большая сложная работа, да и не только на сцене. На экране телевизора вы видите финальную картинку, когда уже все красиво. Вот, например, вы сможете увидеть номер, где вот такие вот цветы на воде. Вот таким образом они попадают в бассейн. Специально обученный человек, который их располагает. Вот он купается, тут танцует. А он купается, а тут танцует. Здесь даже тени поют. Это Баку, это жара. В нашем модном влоге от картины ТВ, посвященной фестивалю «Жара». Жара жарой, а картина ТВ — это пи***ть. Итак, друзья, у нас во влоге специальный гость Евгения, редактор «Гламур». Евгения, журнала «Гламур». Это важно. А теперь, да, редакторы журнала ходят с микрофоном. Вот такая вот медиа. А, Женя, мультимедиа. Женя знает все самое, о красивых людях. Конечно. Скажи, что тебя впечатлило? Во-первых, меня впечатлила Анечка Седокова своим выступлением и своим голым платьем. Друзья, вы должны это посмотреть. Но у нее просто, представляешь, у нее как бы было платье, и разрез начинался отсюда, и не было нижнего белья. Но я ее трогала за талию и могу сказать, что там было нижнее белье. По секрету, Анечка, прости. Дружба дружбой, но профессиональная деятельность, она такая. Меня поразили на красной дорожке «Время и стекло», как всегда, просто супер гуд, нереальный стиль, очень классный Потап. Слушай, а кто им создает этот стиль? Украинские дизайнеры. Я, к сожалению, точно не могу сказать. Надо посмотреть у них в Инстаграме, все отметочки есть, поэтому можно, ты можешь зайти в Инстаграм. Ты подписан, кстати говоря? Конечно. На «Гламур», на Надю Дорофееву. Да. Да? Сейчас я, а если я проверю? Я сейчас открою и проверю подписки. Мы твои. Обязательно после этого влога подпишемся на Инстаграм «Гламур». «Гламур», да. Но самое я главное... Клятвенно. Но самое главное, я тебе хочу сказать, что ты выглядишь просто супер круто, супер стильно. Как человек, который работает на фестивале, пожалуйста, покажи свой образ. Как-то так. Удобные кроссовки, удобные шорты. Я не могу, на, вот так вот. Что, давай. Вот так, вот так покажу. Как кот Матрёшкин, видишь? Потом сделаем нарезку. В общем, вот так вот. Но и ты даже не потеешь. Вот видно по тебе, он не потеет. Мертвые не потеют. Друзья, не пахнет, не потеет. Как он выбрал такой образ, непонятно, потому что в Баку жара плюс 37, все текут, все потеют. Я вот, видите, даже вот уже платье прямо легкое такое. Одеваю. Да, я просто платье, вот если ты потрогаешь, это купальник. Я боюсь, а то потом... Нет, ты можешь, можешь. Жена смотрит. Жена смотрит. Да, передай привет, скажи. Надя, привет. Надя, привет. Надя, у тебя очень крутой муж. Он не стал меня трогать. Да. Мы это потом обсудим, да, обязательно. Давай так, если мы составляем топ, у нас есть Седокова, есть «Время и стекло», и первое место, которое тебя впечатлило, прямо ба-бау. Блин, ну, знаете, я скажу... Филипп Киркоров. Нет, я фанат Николая Баскова. Николай, ваше чувство юмора и ваше чувство стиля, ваши очки «Версачи» на открытии фестиваля меня покорили. Я как фанат очков хочу такие же очки, пожалуйста. Пожалуйста, Николай, пришлите их мне. Григорий, пожалуйста. Лепс, обратите внимание, у вас появился конкурент. Спасибо тебе большое. Давай передадим привет всем зрителям картины ТВ. Давай вот так. Ладно, ну да. Обнять редактора «Гламура» — это всегда привет. Давай, привет зрителям картины ТВ. Картина ТВ, привет. Кстати говоря, вы видите? Ты видишь, я в оранжевом. Да, наш бренд свет. Вашим бренд. А нам даже бейджики, видишь, сделали оранжевого цвета. Ну все. Специально. Это картина ТВ на фестивале «Жара». Я временно совмещаю «Гламур» и картину ТВ. Спасибо тебе большое. Все, давай.
Вот она, друзья, красная дорожка проходит у нас здесь каждый день. Если вы пропустили предыдущие дни, не переживайте, абсолютно не проблема. Отматывайте в архиве и смотрите. Картина ТВ предоставляет такую возможность. А сегодня смотрите прямую трансляцию на канале «Жара» в пакете каналов «Картин ТВ». Посмотрите, кто и как, в чем одет, красив или некрасив. Друзья, ну что, очередная новая рубрика. Сегодня мы будем посещать гримерки артистов. Как минимум в одну мы точно попадем. Это Ромади, замечательная артистка и очень классный человек. Сука, а привет. Если бы я была голой? Мы откроем секрет, мы договорились заранее. Слушай, ну покажи, что такое гримерка артиста? Вот всем интересно, все же вас видят на сцене уже красивые. Каждый раз по-разному на самом деле. Вот сегодня наша гримерка — это много воды, потому что у нас всегда жарко здесь. Так. Разные салфетки, потому что жарко всегда здесь. Все убирается в жару. Да. Вот. Всегда очень круто, что дают вешалки, то есть мы с собой их не привозим. Классно же, классно. Это мои костюмчики. А пока ты будешь в нем выступать, вот в этом костюме, да? Вот в этом буду, вот в этом на дорожке пойду. А как ты их перевозишь? То есть вот они же такие выглаженные, красивые висят. Не, у меня вот что, я всегда с собой беру отпариватель. Да. Всегда, мне не важно. Может быть, говорят, что будет отпариватель или его не будет. Я все равно беру на всякий случай, потому что мало ли что случится, мало ли я не успею. Бывает так, что они находятся вообще непонятно где. Бегать с костюмами — это вообще не прикольно. Поэтому вот мой. А ты сама отпариваешь, или у тебя есть какой-то специально обученный человек, который этим занимается? Я вообще люблю все сама делать. Но у меня есть Катя, которая говорит: я могу отпарить. Я говорю: я сама. Мне почему-то неловко. Не знаю, пока неловко. Вот чемодан, скажи, где он уже побывал? На самом деле, это чемодан моей двоюродной сестры, потому что он средний. У меня только большой или только маленький. Вот, и я решила взять средний, потому что, ну, мне не очень много чего нужно было везти, но все-таки такие габаритные вещи, как отпариватель и пара туфель, нужно все-таки больше какой-то объем. Тогда следующий вопрос. Когда ты соберешься и купишь чемодан средних размеров? Я не знаю, я потом думаю, но я, знаешь, что подумала? Может быть, не надо брать чемодан среднего размера, а взять... То есть, это среднего размера, набитый вот так вот. Может быть, взять большой и набить его средненько? Да, да, почему? Чтобы потом не было так. Так его закрывает. Мне кажется, я чуть-чуть его сломала. Только вырежь тебя, чтобы моя сестра не знала об этом. Я ей просто куплю новый. Хорошо. Спасибо большое. Вот она, гримерка артиста. Ничего особенного, обычная вода, обычные чемоданы. Самое главное, что зеркало. А, да. Это обязательно, это условие, да? Да. Вот так вот. Как ты там? Ага. Ну, я вот так щелкаюсь. Здравствуйте. Еще нету мусора. Вы Катя? Нет. Это не Катя. Это местная Катя. Все, мы тогда побежали дальше. Передай, пожалуйста, привет всем зрителям «Картины ТВ». Эй, зрители «Картины ТВ», привет! Скоро начнется дорожка. Собрали журналисты, операторы, люди, которые пришли посмотреть на своих артистов. И еще продолжается саундчек на сцене. Это был третий выпуск влога «Картины ТВ» на «Жаре». Напомню, что сегодня концерт Ленинграда. Посмотреть его вы можете на канале «Жара» в пакете каналов «Картина ТВ». Ждите новых выпусков. А для тех, кто хочет задать свои вопросы, пишите в комментариях. Девушка, которая нам написала по поводу Александра Панайотова. Обязательно завтра с ним поговорим. О, наш рекламный ролик. Видите, вот здесь вот. Вот он. Да, красиво получилось. Все, всем пока-пока. Хорошего настроения.